обсудили работу по наказам за прошедший год и высказали предложение на будущий. Выполнен наказов, в принципе, практически у нас 90 с лишним процентов. Уже сейчас даже видно, как меняется сами наказы, характер. Люди начали понимать, осознавать, что у них есть права. Основные запросы – благоустройство отдаленных микрорайонов, проведение света и воды в частный сектор. Жители переулка Пищевой, что на мелькомбинате, ранее обратились именно с такой просьбой. Предыдущие годы люди боялись лишний раз выходить на улицу. Мы вообще все радостные, мы как это, как цивилизация, что ли, у нас, как бы так сказать. Живем вообще теперь светло и очень приятно как бы заходить и видно то, что кто здесь, может быть, кто-то чужой ходит. Порой бывало то, что здесь вообще чужие ходили, только собаки спасали то, что заходили, а сейчас уже все прекрасно видно. Как днем. По программе «Комфортная среда» строят также детские и спортивные площадки. Во дворе по улице Тулаева 7 многоквартирных домов. Чтобы играть и заниматься спортом было безопасно, провели освещение. У домов заасфальтировали дороги и обостроили стоянку. Многое стало возможным именно благодаря инициативности граждан. Но впереди еще много планов. Планируем здесь закончить комплекс сам уже. Это обустроить большую горку ледовую. То есть деревянная горка будет, которая зимой будет заливаться с помощью управляющей компании. И как бы считаем, что вот этот двор, потом уже совместно с жителями мы еще проведем акцию по озеленению. Всего за год по 29-му избирательному округу было исполнено наказов на общую сумму 5 миллионов рублей, два из которых пошли на развитие отдаленных районов. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, новости дня.